В основе этого подкаста — ситуации из семейной жизни и отношений. Авторы записали выпуск с участием тюменцев прямо на улице Дзержинского. Объединяет все истории название проекта. Мы беседовали о ситуациях в жизни, когда приходилось говорить «твою ж мать». Это могут быть и милые ситуации, это могут быть и ситуации не очень хорошие, но в итоге вспоминаются они всегда как смешные, спустя время это опыт. Я была на подкасте «Твою ж мать» про семью, про отношения, про брак. Захотелось прийти, потому что за 15 лет брака на самом деле накопилось очень много смешных историй. Да и вообще брак — такое дело, да, когда ты постоянно ищешь путь, как его сохранить, как бы не ругаться каждый день и, наверное, больше уходить в зону юмора. Я хочу построить семью, и мне ведущая подсказала, что в семейной жизни будет не все так просто, как кажется. Ведущие – мамы с опытом, эксперт в сфере медиа и практикующий психолог. Они обсудят разные моменты – от начала отношений до воспитания детей. Искать истории решили за пределами интернет-пространства. Так возникла идея записать один из выпусков на улице города. Хотим пообщаться непосредственно с людьми, для которых мы делаем этот подкаст. И хотим узнать их истории. И это будет не психологический разбор, это скорее будет такая возможность людям немножко самим подумать о своих отношениях, вспомнить какие-то очень приятные моменты или обозначить какие-то вопросы, которые бы они, наверное, хотели бы задать психологу, которые мы можем разобрать в наших следующих выпусках. Старт проекта 1 июня. После выхода первого эпизода с Марией Газизовой и Натальей Баймуратовой на площадках появится и выпуск с участием горожан. Ева Анисимова, Вячеслав Синельников, Тюменская служба новостей.